Ювенальные полицейские и общественники проводят рейды по развлекательным заведениям Петропавловска в поле зрения молодежь, которая не может усидеть дома и которую тянет на ночные приключения, особенно под крепким градусом. Кого и за что задержали на этой неделе, узнаете из сюжета, подготовленного при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Ночные клубы, кафе, интернет-заведения. После 22 часов все эти точки во время летних каникул под особым контролем полицейских. Инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с общественниками проводят рейды по таким заведениям. На протяжении 2 дней мы принимаем участие в рейдовых мероприятиях по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Основная цель рейда – это выявить несовершеннолетних, которые в ночное время без сопровождения родителей находятся в увеселительных заведениях. В данном мероприятии принимают участие не только сотрудники правоохранительных органов, подключилось и гражданское общество, нарколог, система образования, прокуратура. За 2 ночных рейда инспекторы ювенальной полиции выявили 13 административных правонарушений со стороны несовершеннолетних. Один из них появился нетрезвым в общественном месте. Еще 12 хоть и не пили алкоголь, но гуляли после 11 вечера. Их родители теперь привлекут к ответственности. При выявлении данных фактов на родителей составляется административный протокол по статье 442 части 1. Это нахождение несовершеннолетнего в увеселительных заведениях без сопровождения законного представителя. На владельца данных заведений составляется статья 132. Также собирается материал. Это допущение нахождения несовершеннолетних в увеселительных развлекательных заведениях после 22:00. За это нарушение грозит штраф 3 МРП, это 7500 тенге. А если подростки гуляли на улице без взрослых, в период с 11 вечера до 6 утра отвечать будут родители. В первый раз их ждет предупреждение, если неугомонные дети снова нарушат закон, то мамам и папам придется заплатить штраф больше 17500 тенге. Алена Хан при содействии пресс-службы областного департамента полиции.